Быть краеведом – увлекательное занятие, и особенно интересно узнать много нового о малой родине. Место, где ты родился, живешь, родной край, где каждый дом, каждая улица имеют свою историю. Все эти ребята ее изучают. Школьники, краеведы, участники проекта «Мой край родной». Сегодня они собрались в центре «Романтик». Сегодня мы с вами встречаемся у нас в центре «Романтик», в нашем замечательном зале. В нашем зале, который пропитан такой хорошей энергией, доброй энергией. Здесь начался первый этап конкурса краеведческой экспедиции «Усадьба Савинская». Ребятам в течение месяца необходимо проделать целую исследовательскую работу, составить маршрут экспедиции, изучить карты, определить расположение усадебного дома, природного парка, системы каналов, а также изучить архитектурную историю усадьбы, созданную в 18 столетии. Здания усадьбы и малые архитектурные формы были разрушены в 20-е годы прошлого века, но до наших дней сохранились пейзажный липовый парк, каналы и водоемы с островами. Очень важно знать свою малую родину, знать ее историко-культурное наследие, знать, какое место вот свой родной край занимает в историко-культурном наследии всей страны. И очень хорошо, что Щелковский район, он сегодня выступил инициатором проведения вот такой школы юного краеведа. Этот опыт, он еще пока не очень распространен, но я думаю, что это хорошее начало. Мы ведем обучение по различным направлениям. Это экскурсионная деятельность, это экспедиционная деятельность, это постоянная обучение детей. Сегодня у нас тема экспедиционная работа. Это достаточно серьезное такое направление. Второй этап конкурса – это сама экспедиция. Затем же ребятам будет необходимо выполнить отчетные работы по ее итогам. В целом конкурс продлится до апреля 2019 года. Но нужно отметить, краеведческая деятельность щелковских школьников на этом не заканчивается. Ну, желание узнавать много нового, больше, не оставаться на месте, развиваться. У нас в школе была экспозиция, посвященная Советской дивизии. Приходили люди из других школ, мы им рассказывали про наших героев. На уроке краеведения также подвели итоги конкурса виртуальной экскурсии по этнографическому музею. Победителям вручили дипломы. Проект «Мой край родной» реализуется в центре «Романтик» вот уже 20 лет. В нем участвует более 250 школьников из 13 образовательных учреждений округа. И с каждым годом юных краеведов становится все больше. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».